канале Принцесса Милана. Сегодня 13 января, старый Новый год. Новый год я уехала в гости и наряжала там елку. А сейчас я приехала домой и буду наряжать здесь елку. Но не по обычным, я буду наряжать по старым русским традициям. Давайте начнем наряжать елку по старым русским традициям. Вначале надо отправить все ветки. Кстати, старый Новый год — это праздник, когда мы провожаем старый год и к нам приходит Новый год. В нашем случае год собаки. Будем украшать по русским традициям. Для этого я приготовила конфеты и завязала их на желтую ниточку, потому что год земляной собаки, желтый. Давайте начнем украшать. Это конфета желтая и красная. Красная шапочка называется. Давайте же ее повесим. Повесим ее вот сюда. Следующая конфета желто-белая. Называется «Зачарованная». Зачарованную эту конфету мы повесим вот сюда. Следующая конфета. Конфета «Боско-кос» от «Фронт». Вот. Давайте ее тоже повесим на елочку. Следующая конфета — нарисованная коровка, которая ест травку. Называется она «Няня конфета». Ее тоже повесим. Эту конфету мы повесим сюда, а то все время вешаем вниз. Следующая конфета. Тут нарисованы орешки. Написано «Конфета лесная лакомка». Весим ее вот сюда. Следующая конфета — «Легенда». Написано «Открывайте здесь» и «Рот тронут». Следующая конфета — это тоффи. Конфета тоффи такая как золотая. Давайте ее тоже повесим на нашу красивую елочку. Следующая конфета — летний день. Давайте ее тоже повесим на елочку. Давайте ее повесим. Вот сюда. Конфета синяя. Серебристая полька. 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 Он сейчас попал. Давайте посмотрим, что это. Аконд. Аконд. Вот такая конфетка.
Цветку почистим. И, кстати, на нашей елке не будет повторных конфет. Вот такая конфета. Опять от Ротфронт. Вкус клубника. Конфеты Неженка. Белой глазури. Давайте я тоже подыщем. Вот сюда. Следующая конфета. Медовый грильяж. Мишка косолапый. Конфета. От Красного Октября. Кстати, я еще когда доставала, еще не видела конфеты от Красного Октября. Это, наверное, первая. Будет конфета, которую я повешу елку от Красного Октября. Давай, тут нарисованы мишки. И вот здесь голубая, вот здесь золотая, а вот здесь, ну да, все, голубая, золотая. И здесь, ну, написано, обведено белым. И давайте же повесим эту конфетку на елку. Следующая конфета «Звонкое лето». Это опять же Ротфронт. Вкус клубника. Следующая конфета. Мишка, очень милый Мишка с конфеткой сидит. Да, с кущенкой. Опять же Ротфронт. Вот вам целую Мишку. Такая разных оттенков голубых озерка. Давайте повесим елку. Скоро с этой стороны уже мест не будет, и я переверну елку, и мы будем с той стороны украшать. Следующая. Вот такая конфета. Тут слоник, мишка, лев. Сладкие зверята конфеты. Кстати, если расскажу правила, как надо вешать игрушки. Самые большие игрушки в них, а самые или конфеты, а самые маленькие их надо повыше вешать. Конфетку я вот сюда. Так, здесь я уже не вешала, посмотрим. Вот здесь я уже в окна начала уходить. Тогда я пока переверну елочку. Вот сюда. Надо немножко подальше. Ой, очень большая конфета, она даже не висит. Значит, давайте ее повесим повыше. Вот так почти до пола, но это лучше, чем было. Следующая конфета, опять же, что фиг. Такая же фирма «Красный Октябрь». Помните, у нас была Тофи, вот она висит. Вот такая и есть вот такая. Давайте ее тоже повесим на елку. Конфет у нас все меньше и меньше становится. Следующая конфета. Бриатико с яхрем. Вот здесь вот фоны вот эти разные, очень красивые. Так, вот здесь написано, это Аконд. Давайте повесим эту конфету.
ветку перевесить повыше, она очень маленькая. Следующая конфетка от важный комарик. Это тоже аккорд. Вот здесь нарисован лимон, да? Лимон. Это немножко пониже, чем туфель повесить. Вот сюда. Следующая конфетка. Мультибумикс. Зеленая конфетка такая. Это тоже аконда, я вижу. Вот здесь разноцветные такие полукруги. Очень красивая конфетка. Повесим вот сюда. А конфеты-то все меньше и меньше. Это хрустальное озеро. Очень красиво подобранные оттенки голубых и синих. Это тоже оконды. Уже немножко пахнет, я чувствую эту конфету. Эта конфета тоже не встает, значит, будем ее вешать повыше. Вот так. Следующая конфета – москвичка. Опять рот фронт. Карамель. Вот такая конфетка. Для этой конфетки тоже есть место на елочке. Следующая конфетка. Красный октябрь. Не очень видно, конечно, название. Трюфик, что ли? В общем, мне кажется, что тут трюфик написано. Очень разу не очень видно, конечно, что прям так хорошо вот сделали. Вот такая конфеточка. От красного октября. Эту конфетку я повешу. Здесь. Следующая конфета. Опять тофи. Делайк. Красный октябрь. Опять. И вот здесь зеленый. Это значит, что зеленая конфетка. Мне так кажется. Вот такая вот конфетка тофи. Эту конфетку я повешу вот сюда. Следующая конфетка – сказка «Сон». Вот тут будто батюшка и, не знаю, дети. Это от оконды. Эту конфетку тоже сейчас я повешу. Следующая конфетка, лака, оконды тоже. Следующая конфеточка, барон, баронку, красный октябрь. Опять немного переворачиваем и заполним эту часть. Следующая конфета. Бомбольд. Уже другого цвета. Микс. Опять окон. Следующая конфета. Немножко расплющенная.
Это с ноты конфет. Еще конфета эквалипт ментол. Мне кажется, что эта конфета какая-нибудь мятная. Опять же, от Аконда. Следующая конфета золотая пора. Тоже Аконда. У нас осталось только три конфеты. И эта конфета «Звонкое лето», вкус черная смородина от Ротфронт. Осталась конфета «Лазарио» от Аконда. И последняя конфета это Мономикс кофе молоко Аконда. Это была последняя конфета. У меня есть еще бантики. Сейчас мы будем украшать бантиками. Бантики такие шуршавые, ну мягкие. Раз и два. Бантик должен выниматься. Вот. Очень красивая здесь обложечка еще. Бантик я повешу. Остаются дырочки, где вот так вставляли все те палочки. Бантик, мне нравятся эти бантики, потому что они моего любимого цвета, золотой. А еще я люблю фиолетовый. И немножко розовый. Смотрите, как надо вешать бантики. Надо немножечко сгибать. Ой, бантик сломался. Ну ничего, у нас же есть еще бантики. Вот, продолжим. И потом вот так завязываем. Вот. Немножечко я. Фу, чуть этот бантик не сломался. Это бантик. Я повешу вот сюда на пустую веточку. Внизу вообще бантиков нет.
Только вешу наверх. А вот внизу тоже есть бантик. Конечно, немножко не такой, как остальное, но лишь. Ой. Кроме этого бантика, осталось еще 4 бантика. Так, у нас бантиков нет в середине. Середина у нас вот тут. Немножко поскрыть что-то надо. О, нет, вот он свободный. Вот он туда ходит. Очень красивая елочка получается. Давайте же повесим последние 4 бантика. Бантик я очень хочу сюда повесить. Ой, я нашла 2 пустые веточки. Одну я повешу бантик, а другую оставлю для других украшений. Осталось 3 бантика. Что 2 бантика. Куда мне поесть? Вот сюда. Ой, в самую серединку бантик хочет сказать. И остался последний бантик. Бантик я повешу вот сюда. По русской традиции на елке должны еще висеть игрушки, сделанные своими руками. Я сделала сердечко. Сердечко у меня свободное место. Еще есть собачка, которая
Это я тоже делаю. А почему вот сюда? Что это символ года? Эти можно быть повыше повесить. Я хочу, чтобы кто-то был. Немножечко изменю. А нет, вот здесь будет, и я вот сюда собачку повешу. Чтобы было красиво. Вот теперь у меня есть на елочке собачка. И вот такая розочка из салфеток. Если это видео наберет больше, чем 3000 лайков, то я покажу, как сделать такую же розочку. А эту розочку я пойду пониже, потому что она большая. Вот сюда. И у меня есть звездочка. Эту звездочку подписи. Вот сюда. И остались игрушки от меня. Это вот такая белка. Наверняка вы знаете, это из киндер-сюрприза. Но обязательно живут на елках. На елках. Поэтому я ее сажу на елочку. Это белка из белки и стрелки. Вот такая обезьяна. Но это точно не собака. Тяжелая игрушка. Смотрите, она всю ветку. Поэтому я ее и вниз. Пандочка. Брелочек такой. Можно на елочку повесить, чтобы красиво. А нет, я повешу ее сюда на свободную. Если не крепится, то опа, можно вот так закрепить. И еще один символ года. Символ года. Собачка. Собачка, собачка. И эту собачку я повешу вот сюда. И также закрепим. Можно вот так. Собачка. А это уже будет у нас. И осталось мишура синего и белого, будто снег цвета. Давайте же повесим ее на нашу красивую елочку. А в конце видео я вам покажу елочку со всех сторон. И вот так. Это прям, вот эта белая мишура обязательно, потому что она будто снег. И, кстати, эти мишуры очень мягкие. Давайте на макушечке немножечко сделаем. Вот. И дальше пойдем. Вот. И осталось только поставить, вот сюда поставить звездочку, которую мы сделали своими руками. А сейчас я расскажу стихотворение небольшое. ЗХД. Дедушка Мороз. Улица гуляет Дедушка Мороз. И не собирает по ветвям берез. Хоть над бородою белый несет. Топает ногами, только треск идет. Давайте же оденем на нашу красивую елочку звездочку, которую я сделала своими руками. Вот такая красно-золотая звездочка.
такая красивая елочка у нас получилась. А сейчас я вам покажу, давайте, всю елку, как и обещала. Хочу вас поздравить со старым Новым годом. Желаю вам здоровья, успехов и много подарков, чтобы были в этом году. С наступающим старым Новым годом! Ставь лайк, если тебе понравилось видео, и подпишись на мой канал. Ты еще увидишь много интересного. Это не последнее видео, что было интересно. Всем пока!